короткое, одна минута видео. Я представляю Линда-клинику. Это первая клиника по лечению ВИЧ-инфекции, частная клиника, первая в нашем регионе, которая действительно создана и управляется людьми, живущими с ВИЧ, людьми из сообщества. И на данный момент клиника при поддержке AIDS Healthcare Foundation создана в Нарве, и она функционирует, она действительно полностью оборудована и полностью оснащена всем необходимым для того, чтобы исходить из потребностей и нужд клиентов. Концепция клиники исходит из того, что персонал, вот то, как раз о чем говорил Дамир, как это должно быть клиентоцентрировано. Мы все старались сделать для того, чтобы работать эффективно и работать для людей, живущих с ВИЧ. Но, к сожалению, единственная загвоздка сейчас остается то, что государство эстонское не дает нам возможность эффективно лечить людей с ВИЧ, не предоставляя АРВ-терапию. И поэтому для нас важна ваша поддержка. Пожалуйста, посмотрите короткий фильм с призывом поддержать наши усилия. Спасибо.